И к другим темам. Завершился финал 7-го национального чемпионата WorldSkills Russia. На этот раз он проходил в Казани и собрал более 1500 конкурсантов. Московская область представляли 165 человек, они выступили в 117 компетенциях. По итогам соревнований у нашего округа 69 медалей. Это лучший показатель за всю историю проведения чемпионата. И об этом говорили сегодня на брифинге в колледже Подмосковья. 69 медалей WorldSkills Russia в копилке Московской области. Каждая пятая у студентов колледжа Подмосковья. Это лучший показатель региона за всю историю чемпионата. И весомый вклад в победу внес наш колледж. Лицом к лицу журналисты и виновники встречи, победители чемпионата и управленцы колледжа. Самые актуальные вопросы о будущем студентов. Меня часто спрашивают, а куда ваши выпускники, особенно те, кто в движении WorldSkills участвовал, занимал призовые места, куда они пойдут и что им, вот, какие-то привилегии, льготы будут, учитывая, что они победители. Но я хочу сказать, что мы практически ни одного нашего выпускника, который принес нам медаль, мы его не отпустили. Мы стараемся этих звездочек оставить у себя на работу, чтобы они могли дальше тренировать, обучать. Дарья Сирченко, будущий кондитер, окончила первый курс и уже добавила побед в копилку колледжа. Привезла с чемпионата бронзовую медаль. Я готовилась 4 месяца, и за 4 дня к нам приехал эксперт. И дизайн поменялся, и рецептура поменялась. Я сначала огорчилась, но я взяла себя в руки и все сделала. Подготовка студентов – заслуга преподавателей. Кстати, для них в чемпионате WorldSkills – отдельная категория – навыки мудрых. И здесь колледж на высоте. В победителях – 3 наших мастера. На конкурсе я делала 2 андрамы. Андрамы – это муссовые торты. 15 штук конфет с двумя начинками и 6 веринов. Верины – это десерты в стаканчиках. Очень много людей принимали участие в подготовке нашей, потому что если бы не работа команды, я думаю, что не было бы победы. Пока в актовом зале обсуждали успехи, автомеханики сдавали демонстрационный экзамен. Итоговая аттестация обязательно проходит по стандартам WorldSkills. По двигателю необходимо произвести разборку, дефектовку с помощью специального инструмента измерительного, сборку с правильным моментом, по правильной технологии, соблюдая технику безопасности. WorldSkills – это всегда соблюдение, первое – это техника безопасности, второе – технологии. Главная задача профколледжа – подготовка квалифицированных кадров для отечественного импортного прома. Особая гордость колледжа – подготовка специалистов для завода «Мерседес» и аэропорта «Шереметьево». Кстати, прям заявление от абитуриентов уже идет. Справки по телефону 2-10-39 и 2-44-27. Анастасия Галкина, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня.